Дорогой Володя, помнишь ли ты нашу прогулку в конце мая 2001 года в районе Патриарших прудов? Мне эта прогулка, по крайней мере, хорошо запомнилась. Запомнился сам этот городской пейзаж, который превходил как некто третий, как повествователь, загадочно многозначительный в наше общение. Эти декорации жизни, обычно малозамечаемые, а тут постоянно обсуждавшиеся нами. Запомнилось какое-то удивительное радостное чувство ценности мгновения, которое все длилось и длилось, варьировалось и длилось, все длилось и длилось, все длилось и длилось, все длилось и длилось, все длилось и длилось. Thank you.